Я услышал одно из четырех животных, говорившее громовым голосом. Иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дан большой меч. И вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И вот конь блед, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад –